Запись сделана. Нет, еще запись не сделана. Здорово всем, народ, с вами рэпер Трейдер. Итак, что мы сегодня будем делать? Конечно же, мы сегодня будем торговать. Итак, что у нас за валютная пара? Евро-доллар, смотрим. Идет уверенный нисходящий тренд. Вот были просадки. Все по уровню и поддержке идет. Уверенный нисходящий тренд будем ставить по тренду на 3 минуты на понижение. 5 евро на понижение. Так, переходим. Австралиец, доллар. Австралиец, доллар. Так, ну здесь такая непонятная картина, не знаю, куда ставить. Была просадка, потом цена шла во флете. Ну давайте предположим, что будет разворот и сюда пойдет наверх. Давайте поставим 5 евро наверх. Так, австралиец-канадец. Уверенный нисходящий тренд. В принципе, здесь уже идет затухание. Думаю, на 3 минуты можем словить или идет уже повышение. Так, ну тренд довольно-таки долго падал. Так, свечи у нас стоят на 15 секунд. Давайте зайдем все-таки на понижение. Так, зайдем на 3 минуты на понижение на 5 евро. Как всегда, я не успеваю зайти вовремя. Следующая пара. Доллар, японский юань. Здесь восходящий тренд. Была просадка. Так, первая сделка у нас зашла. Заходим на 2 минуты, давайте. На 2 минуты 5 евро на повышение. И доллар канадец. Здесь у нас нисходящий идет. Да, уверенный нисходящий тренд. Заходим на 3 минуты на понижение. Так, что у нас по сделкам? Пока все сделочки у нас закрываются отлично. Так, мы открыли 5 сделок. Отлично. Так, евро-доллар, евро-доллар. Евро-доллар у нас плюс. Так, какая следующая? Доллар, японский йен. Что у нас здесь? Отлично. А уже не отлично. Было отлично, уже не отлично. Пока все отлично. Так, что я вам хотел рассказать, народ? Где я пропадал? А, все-таки идет просадка. Пошла просадка. Одна сделочка выходит. Где я пропадал? Летал в Каир. Прилетел с Каира. Заболел. Выздоровел. Потом полетел. Потом поехал в Буковель. Приехал с Буковеля. Сделал конкурс. И вот сейчас я здесь. Так, одна в минус у нас ушла. Все-таки, видите, я думал... Вот, смотрите, идет. Вот, я думал, вот здесь будет просадка, да? И график пойдет вот так вот. Все-таки пошло пробитие, график попедалил вниз. Так.
Так, что у нас остается? Австралиец, канадец. О, здесь тоже у нас опасно было. Но все-таки идет нисходящий тренд, все нормально. Ого, вот это жестко. На последней секунде, да не гони так. Ха-ха, на последней секунде, короче, открыл 5 сделок. Открыл 5 сделок. На последней секунде 3 не зашли, 2 на последней секунде не зашли. Так. Видите, идет тренд, начинает идти затухание. График разворачивается. График разворачивается, но я еще здесь ничего ставить не хочу. Давайте еще посмотрим. Так, здесь продолжает падать, здесь все нормально идет по тренду. По тренду давайте здесь на 2 минуты продолжим. Тренд уверенный. Поставим на 2 минуты на понижение. Так, австралиец, доллар. Здесь я не буду ставить, здесь я вообще не понимаю, как он себя ведет. Пока дергается в одном коридоре. Ну что, что у нас здесь? Здесь у нас уже нарисовался мини-коридор, смотрите. Будем отталкиваться от него, да? Давайте вот здесь поставим. Сейчас, подойдет вот сюда, будем ставить на понижение. Подойдет вот сюда, будем ставить на повышение. Но в коротком интервале 1-2 минуты. Так, здесь продолжает все-таки падать. Что у нас евро-доллар? Заходит, не заходит? Да, евро-доллар все-таки тренд дает свое. Идет все по тренду, все нормально. Так, это есть. Так, ну что, будем ловить здесь этот коридор или не будем? Конечно же будем. Рисуем коридор. Пока идет цена на затухание. Сейчас будем ставить на понижение, думаю. Пусть немного выстрелит наверх. Надо было ставить. Короче, в таких моментах важно никуда не спешить. Давайте посмотрим другую валютную пару. Ну что, идет тренд, да? Давайте на 2 минуты по тренду пойдем все-таки. Перейдем сюда. Не дает мне эта валютная пара покоя. Этот коридор вообще мне не дает покоя. Так. Отлично. Ставим на 3 минуты
на повышение. На 10 евро зашли. Нарисовался у нас коридор. Будем доверять коридору. В принципе, может, я много поставил времени. Так, вот так вот, чтобы не сбивался коридор. В основном вот такие вот коридоры происходят, когда цена не знает, куда идти, и потом ее резко куда-то пробивает. Или вверх график может пойти, или вниз. Ага, у нас евро, доллар, японский йен не заходит. Или все-таки зашла? А, зашла все или не зашла? А, зашла. Что там на последней секунде? Да, 51.49. Так, ну вот заканчиваем эти две ставки. Видите, сегодня я как бы играю без Мартина. Просто выбираю валютные пары, анализирую и ставлю. Вот я решил вот в таком вот контексте запилить вам видео. Еще очень много времени. Вот ночью вот рынок такой, там идет плавно, да, идет все плавно. Бац, свечка выстрелила, все, вы уже в минусе, да. Опять может идти там, например, пару минут, там 5 минут оно может идти на одном уровне, вот эти маленькие свечки, потом в конце она вот выстрелит вверх, и потом опустится опять вниз, и опять будет идти на одном уровне. Вот такой вот рынок ночью. Ночью, в час ночи. 47 секунд, все отлично. А так, где еще поставил? А, ну две сделки остались вот здесь, на австралиец-канадец, я поставил 10 евро. Так что здесь еще до последнего ничего не понятно. Какие у меня еще были, вот видите, какие у меня еще были траблы. Я же хотел переезжать на новую квартиру, народ. Туда-сюда, ничего у меня не получилось. Решил все-таки остаться на старой квартире. Плюс 18. Сколько мы сделали? Не помню уже, сколько мы сделали. Ну, короче, мы в плюсе. Вот такая вот торговля. Без Мартингейла. Выбирал сегодня валютные пары и показывал, как торговать. Показывал я вам, как анализирую. Не все, конечно, получилось. С вами был Рэпер Трейдер, народ. Вернулся. Буду стараться запиливать видосики. Видите, вот последние секунды могли бы... Я интервал выбрал слишком... Вот в таком маленьком коридоре нужно ловить 1-2 минуты. Я тройку поставил, просто я думал, он может еще вот сюда вот где-то просесть. Вот так я предполагал. И потом уже пойдет на повышение. Как раз мои 3 минуты зайдут. Ну, пока тоже было все нормально. Итак, народ, с вами был Рэпер Трейдер. Подписывайтесь на мою официальную группу ВКонтакте. Все, что официально у меня, все на канале в Ютубе. Фейков ВКонтакте много, а Ютуб мой канал никто не подделает. Так что все официальное... Смотрите на моем канале, все в описании, все официальное. Все, что в описании, все официальное. С вами был Рэпер Трейдер. Всем пока.